Накануне Всероссийского дня правовой помощи детям сотрудники ОМВД России по Ленинскому городскому округу провели акцию «Я знаю свои права» с учениками 9 класса Видновского художественно-технического лицея. В начале встречи старший юрисконсульт ОМВД майор полиции Яна Титова провела с ребятами викторину правовой тематики. Ну и правильный ответ. Применение административного ареста к несовершеннолетним неправомерно. Также школьникам рассказали о причинах и основаниях для постановки подростков на учет в ОМВД и комиссию по делам несовершеннолетних. По завершении мероприятия полицейские сообщили контакты детского телефона доверия, по которому можно обратиться при возникновении любой сложной жизненной ситуации.